когда были трудные времена, там, где честь и отвага тесно переплетались с ложью и предательством. 9 домов боролись за право называться лучшим, за право восседать на снежном троне. 22 ноября. Зима близко. Вот-вот грянет снег. Это «Игра престола». Извиняюсь, опоздал. Просто двери первого корпуса очень долго открываются. Скажите, а мы можем начинать наше собрание сразу? Ну вот без этих застроек. Давно пора. Итак, зима близко. Вот-вот грянет снег. И нужно успеть решить, кому же из нас достанется снежный трон. Предлагаю отдать трон дому юристов. Это почему? Ну, в качестве компенсации за переезд в 4-й корпус. Хорошо, еще варианты. Предлагаю дать трон дому у биологов. Дом образования. Спасибо, конечно, но мы сами можем свою кандидатуру предложить. А, да не, я просто приятно хотел сделать, там что, кого? Предлагаю дать трон самым красивым. Безупречнее. Спортсмены? Нет, мы безупречные. Безупречные. Так, стоп! Мы поняли! Слушайте, безупречные! Безупречные! Успокойтесь! Так, пацаны, я понял, какое слово нельзя произносить. Какое? Безупречные. Безупречные. Да уходите вы уже! Скажите, а что будет, если мы не успеем выбрать того, кто займет снежный трон до того, как грянет снег? Что будет? Серьезно? Сценаристы не успели придумать, что будет, если мы не успеем выбрать? Вот только не надо во всем винить сценаристов. Между прочим, был у нас один вариантик. Ну, мол, если они не успевают решить, кто займет снежный трон, то весной некому будет повести их в бой против одичалых. Ну, все же прекрасно понимают, что одичалы — это такая метафора. Ну, типа другие вузы, да. Вот. А в конце они, естественно, не успевают ничего решить, ну и один из них говорит, мол, это все не важно, главное, что мы все вместе, что мы одно королевство. Не надо нас сразу осуждать. Мы прекрасно понимаем, что это все банально. Поэтому мы сделали немного по-другому. Да, давайте посмотрим. Итак, времени осталось очень мало. Задача всем понятна? Да! Работаем! I'm surrounded by clouds and liars. Even when I get it all the way, I want it all. Ooh, we can get them running, running, running. We can get them running, running, running. Just like fire burning on the way, we fucking up the world for just one day. Watch this madness come, watch it rain. Never get me just like me anyway.
People like to laugh at you, but they are all the same. Ooh. Say I would rather we just go a different way. So play the game. Ooh. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about it. About a thing.
когда растают реки, будут идти дожди. Эти дожди пройдут, снова придет зима. Я не дождусь ее, мне не нужна она. И целого мира нам мало, и все от нуля все сначала. Прорываясь к аспелину, я в твоих руках утону. Это было всего одно. Обещай мне снег. Темные облака, скоро начнется дождь. Не говори пока, ты меня не найдешь. И целого мира нам мало, и все сначала. Этот первый случайный взгляд и молчание не впопад. Мои пальцы в твоих дрожат. И целого мира нам мало, и все от нуля, все сначала. Try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I never stay. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Well, let's go. But I'm Gerald, yeah. And I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But no, nope, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, boss, if you don't know, she can never ever be a broke. You don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I never stay. One of your many toys. Don't, 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 don
пацаны, у меня есть знакомый маг, который поможет нам занять трон. О! Здравствуйте, я от Александра Юрьевича. Вам должны были почтовые голуби передать. Да-да. Это же вы, всемогущий маг! Ой, да ладно вам. Обычный маг. Че пришли? Мы хотим занять трон. А какой трон? Главный, второй или третий? Или если вас засудили, что все говорили об этом? Ну, мы юристы, биологи и экономисты готовы разделить главный трон. У меня как раз есть рецепт зелья, которое вам поможет. Но для него нужны самые древние и самые ужасные ингредиенты. Но Чиби закрылся. Придется своими силами. Так, нам потребуется капуста, свекла, майонез. Ой, это не тот список. Так, нам потребуется предмет из далекой-далекой страны. Вот мой пропуск юриста. Отлично. Теперь нам нужен военный билет. Ну, это всем нужно. Да. Согласен. Теперь нам нужна интрига. Знаю я одно место. Какое? Какое место? Скажи ты, а? Молодец. Ребят, теперь нужно жертвовать самым дорогим. Театр-студия «Встреча»? Слишком жестко. Ладно, только помещение. Отлично. Ну все, ребят, вроде готово. О, чувствуете энергию? Спать вообще неохота, работать охота. Ты что, нам флеш отдал? Слышь ты, Дамблдор, как нам это победить поможет? Слушай меня внимательно. Уходите. Думал, да, все будет? Да, да ладно, приготовлю я вам это, ну чего начинать? Сама смело полегла, заря занялась, из постели подняла, заря занялась, из
концерту грозит юмористическая опасность. Когда неоткуда ждать помощи. Когда срочно необходим разговорный жанр. Мы записываем длинные джинглы. Или появляются они. Сборная первого и второго курса КМГУ по КВН! Всем привет! Привет, пацаны! Давно не виделись! Так, в смысле не виделись? Вы что, не репетировали? Мы же договорились, мы первый курс репетируем свои номера, вы свои! Ой, да зачем нам репетировать? Мы же второкурсники! Мы же опытные! Мы же... Никогда на сцене слова не забываем. Никогда на сцене слова не забываем! Так, подождите, ребят, я не понял, а зачем нам девушка в команде? Что значит зачем? Я умею стирать, убирать, готовить. Нет-нет, девочка моя, это место уже занято. Чё вылупились-то, как будто в минус 30 без колготок на улицу вышли? У тебя тоже немного, да, звук с картинкой не совпадает сейчас? Да ладно, ребят, хватит ссориться. Мы присутствуем на грандиознейшем событии. КВНа в Галке не было уже 6 лет! Ого! Это получается 6 лет назад на фестивале тоже не было смешных стемов. Да-да-да. Поэтому давайте поможем родному университету. Погнали! Ребятки-котятки, всем привет! Давайте представим свадьба в Кировском. Ну чё ты? Ну да. А ты чё? Ну да. Ну соседись чё? Малыши карандаши, а мы продолжаем. Не, ну а чё, сценаристы тоже выступить хочется. Кайфануть. Давай, объявляй. Я тебя забыла, я тебя не помню, я сама... Друзья, а когда у бати что-то не получается, самая большая ошибка – проявить к этому интерес. О, пап, тебе помочь? Ох, ты соизволил, да, подойти? Вот здесь давай держи, вот здесь зажимай, только не сильно. Как? Пуфка, вот тупой такой, ничего не понимаю. Давай отвертку неси. Какую крестовую? Вот он, господин, тупорылась, нет, блин, плоскую. А где она? Вот ты тупой, в руке она у меня сидишь целыми днями, в компьютер свой лупишь, ни хрена не видишь, в кого придурок такой растет. Не ори на ребенка, тебе нравится спрятаться, Сережа! Да не ситуация стрессовая. Понапридумывали этих сим-карт, фиг в телефон вставишь. Я тебя забыла, я тебя не помню, я сломала трубку, я забыла. Да, это смешно. Ну что, ребятки, я вам планку поднял. Сразу видно, я для них авторитет. Давайте, выступайте. Стул. Все, понял, извиняюсь. Ну мне-то могли и посильнее похлопать. Очень суеверные грабители. Куда? Первую кошку в дом пускаем. Золотишко берем, на поклад серебро оставляем. Серебро берем, на поклад золотишко оставляем. Кто-то идет. Свет. Бежать надо. Подожди, а посидеть на дорожку? Насидишься еще, бежим. Спасибо этому да дому. Да пойдем. Ну а что хотелось сказать напоследок? Когда нам предложили поучаствовать в гала-концерте, мы сразу же согласились, потому что мы любим свой родной университет. Ну еще у нас 30 числа Кубок КВН КМГУ, материал хотели проверить просто. Спасибо! Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой твоей любви. Но жаркая твоя душа остыла, и каждый миг сильней тебя любя. Я видел, наш огонь теряет силу, но мне не жить на свете без тебя. Мне без тебя. По каплям, по годам, в этом мире
тебя. Я вновь смотрю в твои глаза. Я молю, вернись назад. В этом мире ты одна мне нужна. Лишь ты одна. Лишь ты одна. Но у души нельзя отнять надежду, и пламени у сердца не отнять. И верю я, все будет так, как прежде. Ты все на этом свете для меня, все для меня.
Ну что, бабеньки, делать будем? Достали наши короли? Дерутся за этот трон, но одно же общее дело делаем. Ага, дерутся, как будто это последние туфли Луи Виттон на распродаже. И главное, каждый год одно и то же, как только начинается эта битва. Так сразу дома нас нет, приходит весь в пайетках, и главное, не понимает, что из-за этого всего могут отчислить из королевства. Ага, а мой вообще модник. На улице зима, а он кольчугу подворачивает. Кстати, девчонки, слышали про харизматичного карлика? Вы, короче, достали, а? На сцене карлик, в творческой гостиной карлик, в жюри посадили карлик. Мужчина, вы вообще кто? Мы сейчас про сериал разговаривали вообще-то. Ага, да, извиняюсь. Так, карлик, а ну уйди со сцены. Лиза, ну можешь не позорить в зале 500 человек, а? Девчонки, представляете, мой постоянно ноет. У нас в королевстве 200 человек, в битве участвует только 30. Кто-нибудь хоть на одну битву вообще ходил? Ага, за 100 золотых, я что, совсем... Так хватит! Я же сказала, что дома никаких битв. Вот есть у вас площадочка, но только запомните. Обычный меч для конферанса, синхайзер для вокала. На туру не лазим, нам полеты не нужны. Случаи такие были. Да и вообще, поедете на всероссийскую битву, там хоть поубивайте друг друга. И в чем конфликт? Да нечестные они, эти ФН. Постоянно втроем на одного нападают. Да кого там втроем? Химики эти, да математики. В смысле? Так хватит! Еще что? Ага, почему Дом историков на каждом шагу кричат, что они чемпионы? Мы вот фундаменталисты, так не кричим. Ну, хочешь, тоже покричи. Истфак чемпион. Легче. Легче. Так, мальчики, все, уходим, уходим. Действующая королева Дома биологов идет. Ну да-да, и чё? Идёт сражение! Ага-ага, и чё? Подскажите, что делать? Ну вы же королева! Да, а я королева. Все бабы как баба, я королева. Просто такие слухи ходят. Девочки, не важно, что пищат серые мышки за спиной у кошки. Плюют спину, радуйтесь, вы впереди. Почему вы себя так ведете? Потому что я не собираюсь себя ставить в рамки. Я не фотография. Как хочу, так и живу. А здесь хотелось бы извиниться. Там текст вообще другой был. Мы просто это с актрисой маленько не угадали. Вот. Ну это, дальше, наверное, нет смысла конференц показывать. Но вы не переживайте, там еще до сих пор ничего не понятно. Борьба продолжается, да. Извините. Да, Александр Юрьевич. Да нет, не отвлекаете. Согласен, было бы глупо, если бы вы из зала кричали, да. Ага, понял, понял. В следующий раз в другой рубашке, да. Не, ну, все же понимают, да, что не было никакого звонка. Это мы придумали. Ну, типа, прикол такой. Но весело. Как ты вообще стала королевой? Дорогая моя, королевами не становятся, королевами рождаются. Salute, salute, it's who we are. We don't
you need you. If you really ladies, better keep steady, ready and show me now my mission, all my mission, now we'll hit you with the truth. Diva, screens, we don't need no money. Sisters wear everywhere, body is the country, need you. If you're ready, ladies, better keep steady, ready and show me now my mission, all my mission, now we'll hit you with the truth. Representing all the women, salute, salute. Thank you.
Образование. Вы чего вдвоем пришли? Сказали же, по человеку от дома. Да мы сразу всем домом и пришли. Да зачем мы их вообще ждали? Они все равно ни на что не претендуют. Обидно, но правда. А, кстати, я извиняюсь, я просто новенький. А вы из какого дома? Я просто еще никого не знаю. Вы претендуете на что-нибудь? Ну мы биологи, мы всегда на что-то претендуем. Ну это тема. А ты объединяться не хочешь? Нас все равно два человека, мы много места не займем. Не-не-не, спасибо. Да капец. Постойте, я считаю, что трон должен достаться историкам. О! Дело историк говорит, вы посмотрите, красивый какой, причесан, штаны подвернуты. За модой следишь? А ты это, знаешь, что сейчас это? Объединяться модно. Я, кстати, из Объединенного Совета Молодежи. Объединенного! Я считаю, что трон должен достаться эконому. Да, парни, да чего вы ругаетесь? Давайте лучше куда-нибудь сходим все вместе. Посидим на троне. Ладно, понял, не нравится. Может, тогда это... Тимбилдинг на объединение, так сказать. Да что вы спорите? Тут все понятно. Трон должен достаться юристам. Я так понимаю, надо обстановку разрядить. Давайте в игру сыграем. Там надо на команды поделиться. Кто со мной? Мы спортсмены! Мы должны победить! У нас было достойное сражение! Какое достойное? Что не так-то, а? Парни, может, сейчас не по теме скажу. Ну, давайте вопросик-то закроем. Кто за объединение сюда, кто против туда? Не, ну мы как бы тоже против были. Но главное, что мы вместе это решение приняли. Я должен занять трон! Нет, я! Нет, я! Я! Да я должен занять! Я! Да, говорю... Все, кто за спортфак, со мной! Кто к историкам? Со мной! Не, ну конфликт прям на пике, да. Какие-то гениальные люди это все придумали. Прям молодцы, прям. Умницы, да. А первокурсники в этом году какие, а? Ну-ка отойди. Посмотрите на него, а. Ну, талант же, а. Хоп! Актер, ага. А, вам, наверное, интересно, почему именно историки и спортсмены? Ну, а что, концерты у них хорошие были. Я это сейчас не как член жюри говорю, ну мало ли его. Ну ладно, вы смотрите, в общем, да. Вас, кстати, поздравляю. Ой-ой-ой!
Алло, да. Да, я занят, я играю. Все, все, давай это, потом перезвоню. Ага, все, давай. Continue. До того, как грянет снег, времени оставалось все меньше и меньше. И необходимо было скорее решить, кто же все-таки сядет на трон. А ну отошли от трона, он наш! Я не понял, кто-то там звук подал! Ха, так-то смелые, нас больше! Ха-ха-ха, уже нет! Мы вас предаем и переходим на сторону спортсменов! У них и концерт лучше, и тут клуб больше, и вообще я свою жизнь боюсь. Ну и чё, кого теперь больше? На вашем месте я бы особо не радовался, так как мы и Фиям... так как мы и Фиям предаем вас и переходим на сторону историков. А ещё почему? Ну, если честно, аббревиатура больше понравилась. Так, это получается с нами перифиям? Нет, тогда мы тоже вас предаем. У меня просто бывшая с этого дома. А у нас еще его, у Миронов. У Мирона нормально. Ха, а у нас Рома Перс. Да нет, нет, вы не подумайте, это чисто мужская дружба. А ты куда пошел? Что, тоже предатель? Да я так, ноги размять вышел. Все, встань! Так, это получается, нас много, их мало. Я за справедливость тебя перехожу. Так, это получается, нас много, их мало. Я за справедливость тебя перехожу. Так, это получается, нас много, их мало. Я за справедливость, я перехожу. Так. Кто вообще придумал, что в конферансе должно быть нечетное количество человек? Да чего мы вообще спорим, спортсмены или историки? Разве других нормальных концертов не было? Конечно, не было! Да хватит спорить! Давайте сразу драться! Давай, погнали! Все, 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 поехали! Пошел. А мы так и не успели выбрать, кто сядет на трон. Получается, весной нас некому будет вести к победе против одичалых. Так может и ничего страшного. Может оно и к лучшему. И только вместе, одним единым королевством мы сможем победить. Ну да, да, банально. Возможно, вы подумали, что мы просто ничего поинтереснее не смогли придумать. Вам вообще могло показаться, что последние 10 лет звучат одни и те же финальные слова. Но знаете, сейчас, в год, когда объединяются факультеты и вузы, эти слова звучат как никогда актуально. Это получается больше никакой вражды, да? Да! Да и вообще неинтересно, кто там победил. Нет! Ладно, ребят, пойдем. Все, удачи, ребят. Да кого я обманываю? Конечно, интересно. Фиям! Конечно же, всем интересно, кто займет трон.
И для подведения итогов фестиваля «Первый снег 2016» на сцену приглашается исполняющий обязанности ректора Кемеровского государственного университета Александр Юрьевич Просеков! Добрый вечер, дорогие друзья, студенты, сотрудники, коллеги. Я вот во время концерта размышлял над тем, что я должен сказать на сцене, и судорожно пытался в памяти уложить все в какую-то систему. И, наверное, сейчас все важное не сумею сказать от волнения, от гордости за ребят, но все-таки несколько таких важных, как мне кажется, вещей я должен, наверное, озвучить. Первое. Мы сегодня на концерте видели начинающего Николая Баскова. Давайте его поприветствуем. Второе. Игорь Иванович Мизгирев, директор концертного зала, залез на ферму и разбрасывал снег. У него великолепно это получается. Третье. И, наверное, тоже очень важно. Я узнал одну уникальную совершенно историю. Во время подготовки к концерту одна студентка первого курса проявила мужество и героизм, волю к победе, которая заключалась в том, что она сама, по сути, являлась и обучается на политологии, но ее направление находится у историков. При этом со своими барабанами ее историки не взяли, а она стучала за фундаменталов. Поэтому давайте ее поприветствуем. Я прошу декана завтра в 7:30 с каким-то хорошим сопровождением в виде служебного представления за такую волю к победе. Ее надо премировать. Ну и, наверное, я хочу вам рассказать анекдот, потому что такой юмор, наверное, имеет место быть на первом снеге. Юмор из нашей жизни, у нас не все получается гладко, ровно, но мы вместе стараемся. Ну и вот такая история. Значит, один из корпусов нашего университета заходит, ну, студент, а может быть сотрудник, и говорит, а у нас с питанием, ну, только-только все пытается наладиться, достаточно неплохо. Ну, заходит и говорит, суп гороховый есть? Ему говорят, нету. Он раз жалобу в Министерство образования, в КимГУ нет горохового супа. Ну, ректору, соответственно, бац по голове, там, прилетает, там, накормите. На завтра опять приходит, у вас суп гороховый есть? Ему опять нету. Он опять там в Рособорнадзор жалобу, ты дышишь, там ректор опять сверху. Что там у тебя происходит, там отписываемся. Потом в общественную палату также и так далее. Ну, прошло какое-то время, заходит, говорит, у вас суп гороховый есть? Ему отвечают, есть. Он говорит, а, ну ладно. И ух. То есть вот все состоит из таких вот мелочей, которые, казалось бы, может быть, неприметны, но важны. И вот сейчас я должен выполнить очень важную, почетную миссию говорящей головы, при этом это не мои результаты, что меня всегда удручает, это то, что мне дают просто озвучить. Но тем не менее, я с большим удовольствием это делаю. Сейчас мы три трона расставим, поблагодарим, поприветствуем. Ну, давайте начнем с третьего. Третье место. Институт истории государственного управления и международных отношений. Второе место. Институт экономики и менеджмента. И следующий, вот кого я назову, трон за первое место. Я хочу директору напомнить, что банкет за его счет, чтобы он не забывал. Юридический институт! Дорогие друзья,
Я еще раз всех поздравляю и хочу предупредить первокурсников. Все только начинается, но только не заиграйтесь. Всех с первым снегом. Провожаем Александра Юрьевича аплодисментами, а мы продолжаем наш концерт. Ребят, ну что, выходите все на сцену, давайте в Instagram Stories напоследок зальем. Ну вы там поговорите хотя бы что-нибудь. Сергей Петрович, если вы есть в инсте, знаете, завтра точно буду на паре. Мама, мама, я с тобой есть! Че, все вышли, да, уже? И давайте напоследок финальную фотографию. Ничего себе! Покажи им всем, что ты чувствуешь.